Всем привет! Вот решил видеообзор сделать катушки российской 50 рублей. Вот. Ну что, вот тут не хитренько, не умно придумано, резьбу подмял, просто так и не открутишь. Вот как она путается, ни за что запутывается. Катушка за что цепляется. Вот с другой стороны вот лески намотал. Вот такой у нас барабанчик идет. Вчера окушка словил на эту катушку. Ну, как это, мальчичная рыбалка. Наречник тут ловил. У меня такого не было. Если было бы, я бы дальние забросы делал бы и больше бы поймал. Да и леска нормальных не было. Вот. И это слетает. Это надо фиксировать, как-то настраивать. Мне сейчас не до этого. Потому что 230 полтинник, катушка. Китайская можно купить. И леска 3 года ее нужно менять. Так что... Ну, все равно ловится, ребята, если вот так научиться. И дальний заброс. Вот. Отпускаешь вот этот крючочек. Вот. Работает. Кто вам сказал, что не работает? Нет, вообще намертво притянули на заводе. Ну, это регулировка тонкая идет. На красочку можно посадить, чтобы не откручивалось. Так, на любителя. Вот, пружина, леска, пружина клевая, российское качество, не знаю, кто делает, краска, эмаль не сдирается, ну, наши же придумают, да, клевая катушка, мне понравилась, две рыбки взял на нее, да, то рыбак тот знает. Так, пишите в комменты, ставьте лайки. И типа вопросы, советы. Пишите, пишите. Обсудим всю эту тему. Вот и все. Пока.